Всем привет, ребята, с вами Green Cosplay. Сегодня я снова играю пародию на FNAF 9. Сегодня мы играем в новую обнову. Бля, пипец, а лагает ужас какой-то. Ну, делать нечего. Моя задача снять обнову. А. Ну, это ну, тупо поиграть чуть-чуть в эту игру. Так. Для начала узнаем, если ничего обновилось. Так, заберем карточку сначала, самое главное. Так, посмотри, чтоб никого не было тут. О, Ванесса. Вали питака сюда. Вали. Вали питатила. Она вроде далеко, нет? А, не, подходит близко. Скотина какая. Скотина. Скотина. О, вали, вали, вали. Отлично, отлично. Может выйти и забрать эту карточку. Блин, она кружится вокруг. Как чувствует, что касательный пахнет, а? Вот находит меня сейчас. Вся найдет ведь, а? Какой тентру вредная. Во-во-во-во-во-во-во-во. Все-все-все-все-все-все-все. Не нужно, не нужно, не нужно, не нужно. Ага. Ну свалься! Ты мне мешаешь проходить вообще-то. Ты мистерство. Само мистерство. Я Коска. Думаю, ты сможешь найти. Я найти тебя. Сможем, сможем. Но не сможешь спрятаться вечно. Смогу. Я Фредди могу бегать во все эпицы, и ты мне ничего не сделал. Я не догадаюсь, что я была там. Ты проголодался? Да, возможно. Ты проголодался? Да-да-да. Ты можешь спрятаться вечно. Могу, могу. Как можно говорить, не обязайся. Ладно, не обязаюсь. Эй, малыш, иди сюда. Отлеснись, я пойду. Ага, забрала карточку, уселся обратно. Сегодня проходим на Фреддином уровне. Как видите, вау, солнце появилось. Не знаю, знали вы или нет, но я будто солнце... Блин! Я будто солнце вижу впервые! Вау! Солнце? Воу! А бегать-то как? Как этот? Клоун из Дэс Парка. Вот так бегать и хватает тебя. Только тут драет, а он тебя... Ой, нафиг я это сделала, нафиг. Куда-то нет света, вам нужно. Да ладно. Забагалось. Я не знал, что можно прям выйти из игры. Бля, получается... Я не буду проходить КВС с детским садом. Я забрала карточку и смылась. Это баг. Вот это баг, ребят. Это типичный баг, как можно легко пройти в детском саде. Ха-ха, тупо багом воспользоваться. Воу, да-да-да. Респект. Тут нет никаких границ. Так, ну это старое. Так, вроде как вызов по обновлению, тут должно что-то обновиться. Вроде Гольф Монти появился, я помню. Вау. Ну тут ничего не интересного, я открывал уже эту комнату. Ага. Что случилось? Я просто взял пропуск. Офис, это офис, не может быть заблокирован, я могу заактивировать. Но это займет некоторое время. Не бойся, нужно остаться 3 минуты и сакиру аниматроника, чтобы они не вошли в офис. Тогда темная лина. Я поняла, поняла. Знаю, что здесь ты голодный. Или голодней. Вроде и. Спрятаться. Не бойся, не найду тебя. Не надо, не надо. Ты потерялся? Да, потерял. Ну-ка, может, спрашивать, я найду тебя. У вас будто пленку заело. Может, пленку поменять, а? Сути, сути. Господи. Прикольно, как кстати. Вроде такого не было, что я вызываю в этом офисе. Типичный из игры. Там вроде то же самое было, что такое.
Как взять в ритуации, то так за сарахивает аниматроника. За так за. Вроде так за 3 минуты вызывать. Только там камер как-то более прикольный, чем тут. Только там использовался фазбер специально. А у меня из активированного только какой-то точка невидимый, который меня сокирует. Но неизвестно вообще, чем меня сокирует вообще. Чем я могу сокировать, если у меня вообще ничего нет в руках. И фазбертисы. Интересно, если я позову Фредди, он меня сможет спасти? Давайте я слушаю, сокирую здесь любых аниматроников, они выбивают двери, не ходят, чтобы они меня схавали. Я найду тебя. Не надо находить меня. Лучше не надо, Тиал, тебе не понравится, я найду тебя. Не надо, я сказал, за не надо. Только мог ты повторять, тупой ты аниматроник. Не можешь спрятаться вести. Могу. Сейчас тебе надоест, и ты уйдешь отсюда. Я найду тебя. Попробуй найти. Все люди так говорили. Вот только никто не нашел. Ты не ситуация. Обидно вообще. Мне Рокси ругает, а то, что я ее не пускаю. Я тебя не пущу, даже не подумаю. За такое жесткое скотское отношение ко мне. Воу, 24, вызываем потихоньку. Сях, выгрываем. Это, кстати, я в обновлении вам и хотел показать. Новое местечко, которое можно легко посмотреть, увидеть. И я вроде не была в Гудмонте. Хоть и бейте, что-то у меня с памятью проблемы. Ну точно, в Гудмонте я там не была. Нет, не помню, нифига. Вроде не была в Гудмонте. Если была она, помните мне? С этими играми. Видимо, замескалась. Я точно помню, что я не была там. Откуда я там могу вообще быть? Я даже не помню это место. О, Фредди, я выиграла, есть! И взяла еще один пропуск. Давай ты называйся. Сумочка. Так. У нас он... Вообще можно пойти. Так, спустим зеленое тело. Воу, прыгнуть можно. По перилам прокатилась. Так. Для начала заберем пропуск у Рокси. Она его не заслуживает. Я его заслуживаю. Сейчас я его заберу у нее. Это будет доска. Но я это сделаю. Никому он не достанется. Он достанется только мне. Я здесь главное. Вау. Ага, открылось место. Все, Фредди. Спрячь меня. А подойди никуда нет. О, Рокси, ты не изменилась вообще. Такая стрелясная. Своим хвостиком ходит везде. Да вроде ничего больше нету. Можно фонарик зарядить, кстати. Не видел, кстати, как он зарезается у меня фонарик. А, взять фонарик. Да ладно, прикольно. Залезть у Фредди. Ну все, заберем гитару. И войти в него. Как бы странно это не звучало. И быстро свалить, вроде карточку я забрала. По-моему. Я за заказкой сюда пришла. Так, Оксана тут задумалась. Рокси, о чем думаешь? О чем, когда этот лентяй придется туда кататься, чтобы я схватила его? По-моему, гениально. И почему закрылась ты? Я закрыла это место. Вау. Кататься можно. Да, кататься. Но, к сожалению, я тут не вижу кнопки прокатиться. Воу. Я бы думал, что ты на меня рисовал напасть. Вот это выйти побыли я. Блин, ты меня... Ты... Ладно, давай попробуем выйти. Фух, рискуем. Обратно во Фредди есть? Успела? Я успела.
Спускаемся. Ага, ушла. Отлично. Фух. Все, погнали вниз. Да. Вот это да. О. И хочу побывать в Гольф-Монти. Интересное местечко, мне даже забавно. А Монти починили уже столь, да? Там он за 3DS не ходит наверняка. Фонарик разрядился. Бля, сознать. Ну ладно, не будем расстраиваться. Меня уже расстроили, расстраиваться не буду. И начнем прямся. Погнали. Никаким расстройством меня не взять. Так. Что я тут не взяла? Вроде бы мне подарок здесь был. Ага, вот он. Ну что, забираем подарок. Мою! Все, это мой золотой Фредди. И крутко подобран. Воу, ты прям в стене застрял, Фредди, в куте? Не багай. Не багнитей. Это плохо. Это плохо. Люблю, когда что-то багается. Так, игра может вылететь. Да, красотища вон что видно. Это гонки Рокси. И Мольф готов. Гольф Монти. Интересно, а тут тазы к этой. Камера есть, которая глушит от аниматроников. И бластер. Тут нет, кстати, фаз-бластеров. Интересно, может будет. Прикольный здесь. О, вон у Монти. С ногами со всеми. Прикольный. Насколько я тебя помню, ты был разбитый, тел. А тебе так жалко было смотреть. Тут ведь вообще никто не отстали. Я прислал, что просто они подарок есть. Забираем его и валим. Ага, гитара Монти. Я забрал твою гитару, тел. Все, теперь меня будут поставить на твое место. Все, я занимаю твое место, Монти. Теперь я вместо мам.